Ситуация, в общем, нужно как-то восстановить помятую кепку льняную. Ну или просто нужно ее отпарить, придать какую-то форму. Ну или просто у вас кепка помялась, вы решили ее отпарить. Что делать? Соответственно, если никакой колодки нету под рукой, самое простое, что можно сделать, это взять полотенце и набить. Второй момент. Соответственно, если у кепки маленький подклад, то не удастся набить кепку полностью. Что делать тогда? Натягиваем. Смотря какой материал. У меня материал лен, поэтому можно утюгом прям так прикладывать. Но режим выставляю максимальный пар. Хорошо получается, когда кепка сразу же набивается полностью, и не нужно ее вот так вот подправлять, чтобы отпарить. Но это обычно только если подклад большой. Если подклад маленький, то придется точно так же, как сейчас у меня, делать. Способ так себе, но когда нет возможности больше ничего сделать. У меня, например, такая ситуация возникла, потому что я сделал маленький подклад. Нужно было сделать побольше. Я что-то не подрасчитал и сделал маленький. Главное сразу же это место, где отпарили, не хвататься, иначе оно замнется и будет в таком положении. Выглядит уже немного получше. Теперь, соответственно, нужно кепке придать форму. Делаю это тоже с помощью полотенца. Только придерживаю за козырек, когда набиваю кепку. Чтобы она более-менее набивалась в том объеме, который мне нужен. Вот что вышло в итоге.